В Актау очередной жертвой травли клопов стали дети. Один ребенок скончался, двое с токсическим отравлением сейчас в больнице. Их госпитализировали после того, как соседи сразу из двух квартир пытались вывести у себя насекомых. Но от ядовитых паров в первую очередь пострадали люди. Станислава Куцай с подробностями смертельного происшествия. Клопов травили в двух квартирах на седьмом этаже. И, как говорят соседи, о дезинсекции их никто не предупреждал. В итоге ядовитые пары поднялись вверх и проникли в другие квартиры, что и привело к страшной трагедии. Квартиры, в которых травили клопов, сейчас опечатаны. Трагедия же произошла в квартире, расположенной прямо над этой. В ней от отравления пострадали сразу трое детей. Двое малышей, 4 и 5 лет, сейчас находятся в больнице. Старший же ребенок из этой семьи, 6-летний мальчик, умер прямо во сне. Его в больницу доставили уже без дыхания. Врачи пытались реанимировать малыша, но спасти его не удалось. Мальчик умер от токсикологического отравления. Владельцы квартир, где травили клопов, сразу же после ЧП съехали. Да так и не вернулись. Санврачи же выяснили, что отраву для насекомых одна из семей приобрела на рынке. Название средства хозяева не помнят. Сейчас это выясняют полицейские. Ищут и частного дезинсектора, которого вызвали по объявлению в интернете. Даже вот это соседям всем я говорила. Вы слышали, что они уже в больницу попали? Оказывается, внизу травили. А они тоже не знали. Мы каждый день общаемся с детьми, играется вместе. Просто жалко. Ни за что, ни про что дитё. Вот их квартиры уехали они. Два квартиры у них закрыты, уехали они. Сразу травили, уехали. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». А пострадавшая семья пытается оправиться от горя и тяжелейшего отравления. Его признаки были у главы семьи, но он от госпитализации отказался. А вот мать пострадавших детей сейчас находится в больнице. Ей нужно поставить на ноги еще двоих малышей. Остальные двое на данный момент находятся в удовлетворительном состоянии, чувствуют себя нормально. Рядом с ними находится мать, которая присматривает за ними в отделении педиатрии. Мангустау – это уже третий случай, когда травля клопов стала смертельной для людей. В ноябре 2-летняя девочка и 29-летняя женщина скончались после того, как дезинсекторы обработали соседнюю квартиру. Расследование по этому делу до сих пор ведется. А 2 года назад умерли 4-летний мальчик и 6-летняя девочка. Их соседка использовала хлорную смесь с уксусом. Тогда виновных не нашли. Жильцы многоэтажек, конечно, бьют тревогу и требуют, чтобы дезинсекционные компании и продавцов химикатов, наконец, взяли под контроль. Сейчас их деятельность не регулируется. Станислава Куцай, Бейбит Аргынбаев, КТК, Актау.